Вышли, ищем отель. На самом деле не очень, это просто в Варанаси найти отель, который недалеко от реки. Какая-то улица, давай до нее дойдем. Каждый перекресток в Варанаси стоит посетить. Везде интересно, непонятно, очень необычно и экзотично. Варанаси переполнен людьми, я не знаю, это из-за того, что завтра день республики и скоро полнолуние, или тут каждый день так. В Индии очень непростая активация сим-карты. Уже примерно полчаса, может быть 40 минут. Записываю все данные из паспорта, спрашиваю почтовый индекс, делаю селфи и того, на кого отправляется сим-карта, и даже того, кто ее продает. Этот человек тоже сделал селфи, куда-то отправил. Покупка сим-карты происходит в специальном магазине, где продают сотовые телефоны. А обстановка здесь вот такая вот. Вот Екатерину сейчас сфотографируют. Почему? Зачем-то говорят моргнуть обязательно. Кажется, моргать тоже, чтобы было точно понятно, что ты не мертвый. То есть две фотографии отсылаются. Одна с открытыми глазами, другая с закрытыми. И тот, кто, может быть, потом проверяет эти визы на сим-карты, вот может убедиться, что ты моргал, значит, ты не был мертвым в этот момент. Что еще важно понимать, что такая сим-карта в принципе стоит 400 рупий, но мы заплатили по 900 рупий. В эту цену, вероятно, входят услуги человека, который вас привел сюда, где продают сим-карты, и тех, кто сим-карту вставляют. И 900 рупий это, в принципе, ну, не так много. В городе Джайпур несколько месяцев назад, полгода назад, мы заплатили по 2000 за те же процедуры. А карта, не думаю, что стоила намного дороже. То есть 900 рупий это было по-божески для туриста. Белый человек в Индии должен платить за все. Все, мы в Варанаси. Взяли сим-карты. Гуляем по Варанаси по-настоящему. Теперь мы ищем какой-нибудь отличный индийский ресторан. Вот сами посмотрите, как здесь найти отличный индийский ресторан, где белого в принципе можно поесть. Это не просто, это не простой квест. Узкие переулки, улочки. Мы идем к реке Ганг, к священной реке Ганг. Таинственное место и святилище Шивы. Ну, судя по трезубцу. Вышли на набережную, везде смог, очень таинственно. Привет, собака, как дела? Magic, подходящее английское слово. А там Ганг. Привет. Ну блин, если каждому давать денег,
денег в мире не будет, и все будут вот у них. Собаченька. Фотографируем ее. Кто вот эти люди, которые здесь спят? Это явно тело. Тело, подготовленное к сожжению. Сожжения пока не видели. Привет, ребята. Hello. Как дела? Как живете? Чай пина, чай, нельзя, чай. Слово чай понятно, да? Продают чай человек. Тут разные бывают. Учителя или кто или. Ну вот эти очень представительно сидят в интересном месте. Что здесь происходит? Мы никогда не узнаем, что здесь происходит. Чтобы санкционировать съемку, оставлю небольшие пожертвования этим людям. Привет. Всего хорошего. Почему такая смертная? У нас появился кит, которого мы не хотели, но он от нас не отстает уже минут 5. Все, отстал. Камера подействовала. Камера действует, конечно, за людей. Заставляет их свалить. Вот обезьяна. Обезьяна. Телефон держу крепче. Ты куда? А, так их много тут вообще. Вон они. Блять. Как ты старался, все-таки встал в говно. Я по центру вообще. Непонятно еще. Вот вроде Индия, в Варанаси, а я в шапочке. Так потому что здесь сейчас, в самом конце января, плюс 10. Днем более-менее потеплее, а вечером так ночью чувствуется холод. Мешаю вести человеку. Ой, sorry. Всем мешают здесь. А это священный памятник священной корове в Центральной площади. Задача позавтракать. И скажу я вам, это очень непросто. В принципе, найти кафе. А, вот кафе. Да, пойдем смотреть. Ресторан нашли в каком-то отеле. Тут хотя бы с картинками. Вот и меню. Вот обычный болотный грех. Обычный болотный грех. Вот просто обычный. Абуки грех. Абуки. Ну, короче, не очень понятно, чем позавтракать. Доса бумага обычная. Доса бумага обычная? Да, нормально тоже. Ну, ничего, кстати, звучит. После греха это уже как-то получше.
мы все время идем в Варанаси. Вот сейчас идем в толпе. Идем в сторону хатов. То есть вот их лестница. Ой. Ой. Приходится обходить людей. То, что ты белый человек, никаких преференций сегодня тебе это не дает. Сегодня все какие-то напряженные, что ли, с утра. Еле увернулись, честно говоря. Вот мы дошли до того места, где происходит тот самый знаменитый на весь мир обряд кремации. Происходит он и днем, и ночью. Говорят, что там запрещено снимать, то есть не запрещено. Ходят барыги и заставляют тебя заплатить какие-то неимоверные деньги за то, что ты снимаешь это. Но мы попытаемся. Да-да-да, я вижу. Тут просто обрыв, Катя меня поправляет, чтобы я не упал. Целую индустрию можно наблюдать, как на кораблях подвозят дрова, дровоносы их несут наверх, разносят по кострищам. Вот там в дыму видно, как лежит тело, и сидит брахман какой-то. Видимо, сейчас то подожгут и отправят человека в последний путь. А здесь уже кого-то отправили. Но не всех здесь сжигают. Оказывается, беременных женщин, детей и тех, кого укусила змея, сжигать нельзя. Жар огня на самом деле ощущается даже издалека, здесь гораздо теплее. Сегодня плюс 10 в Варанаси, а здесь как будто плюс 20. Снимаем на телефоны, кстати, не только мы, белые туристы. Местным тоже это интересно, местные тоже селфится. Вот смотрите, парень сейчас фотографируется на фоне одного из костров, на фоне одного из мертвых. Все закрыто смогом, солнце вон маленькое-маленькое. Птицы летят. И обряд. Просчитали, что на самом деле не всех сжигают. Не сжигают, а отправляют прямо в Ганг. Топят умерших беременных женщин, детей, потому что они безгрешные дети, а беременные женщины, потому что внутри ребенок безгрешный, и укушенных змеей. С укушенными змеей ситуация немножко другая, потому что неизвестно, может быть, он начнется укушенный змеей. Поэтому его не сжигают, а просто отправляют в Ганг. Вот сложены дрова, мы пытаемся выйти на смотровую площадку наверх, вот она, наверное. Откуда все, что называется, как на ладони. Там уже стоят туристы, увидели их снизу и смотрят на все это. Сейчас такими же туристами мы тоже станем, которые все видят сверху.
погребальном костре у мужчин не сгорает полностью грудная клетка, у женщин бедренная кость. И их тоже сплавляют потом по Гангу, отправляют в Ганг. И вам все несут и несут. Вот это убранство золоченое с цветами, потом снимают, видите, оно лежит. И тело придают огню уже без, без этих украшений. Сожжением тела омывают в Ганге, в священной реке. Потом поднимают и несут на костер. Здесь тоже идет сожжение. Это больше похоже на храм. Что тут делает эта милая овечка, мы не знаем. Спросить нам не у кого. Странное наблюдение, но что хочется сказать. Мы видели, как занесли уже, наверное, десятки тел, но мы не видим самих тел. Они как будто растворяются и исчезают. Вот одно тело несут вниз, другое тело несут вверх. Костров вроде бы немного, но у меня вот прямо, знаете, нагрелась правая сторона черной куртки от жара вот этих далеких костров. Разбираю гроб. Вокруг, видимо, родственники. Вот мы видим, как тело сложили, погребальный костер. Сейчас видимо поджигают. Это бреют родственника. Там очень сложная позиция родственников на обряде. И вот мужчин, в частности, бреют, чтобы они могли проводить своего близкого. Да, спасибо, что мы понимаем, что там. Проводить своего близкого. Как должно последний путь. Этот человек там заботливо говорит, что надо идти снимать там или здесь. И вот кладу следующее тело. Место продажи дров, видимо, навес. Вот спросить бы, сколько стоит такое бревно. Но нам не у кого. Неподалеку на ступенях идут какие-то молитвы, богослужения, мы не понимаем. Разговор с бабой очень важный для этих людей. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Этот храм.
храм за моей спиной, он был построен в 1830 году в честь Шивы. Но в какой-то момент он стоит на берегу Ганга. Ганг разбил его подножие, и храм затонул в прибрежном песке. अरे कुसुम सुहाए अरे निज कर भूषण राम बनाए अरे सीता ही पाए पहुंचो туда там весело. Снимать обувь, а, честно говоря, не очень хочется. Поэтому пойдем дальше. Мимо крокодила. И веселого мужчины. Мужчина понес куда-то или к вам? Пойдем туда, куда он его понес, пропустив, конечно, этого мотоциклиста, даже двух. И вот идешь по этой улице, и тут все время что-то вот такое, что прямо хочется достать фотоаппарат и фотографировать. А куда потом все эти фотографии делать? Поэтому буду их аккумулировать на видео. Вот коровка, например, в очень узком коридоре. Мне приходится развернуться прям плечами, чтобы туда зайти. И я, кстати, не знаю, куда я толком иду-то. Да, в общем, наверное, в никуда. Ну и просто так идешь, куда-то идешь по узким-узким улочкам. Варанаси не весь какой-то вот многолюдный. Можно найти места, где просто мужики сидят. По-нашему говоря, кофе пьют. Можно было подумать, что это автобусная остановка, но автобус здесь не проедет. Так, сзади мотоцикл опять надо пропустить. Куда ты едешь? Давай. Приезжай. Мы за тобой. Ты наша путеводная звезда, мотоциклист. Очень много мини-ми. И узких-узких улиц. Собачки примерно одной породы кушают. Мешать не будем. Пришли к корове. К сожалению, она к нам кормой. Но вот есть другая, которая к нам профиль. Пропустим мужчин. Привет, привет. Ну, ребята, ну что вы нам... Нас поймали индийцы и хотят, чтобы мы... Давайте, селфи. Селфи. Давай. Давай, селфи. Вот все вместе селфи. Да. Смотрю на вас, да. Все, нормально. Со всеми заселфились, пропустили мотоциклиста, идем дальше. Корова развернулась к нам, лицом, рогами причем. Рога у меня так ничего себе. Пытается выйти на какую-нибудь главную улицу, чтобы поехать дальше.
Здесь не просто пробка. Всемогущий гудок позволяет раздвинуть сужающуюся пространство. Хоть я, конечно, и не уверен, что мы идем на главную улицу. Выше на Main Road. Где-то здесь нам надо будет сейчас поймать тук-тук, чтобы доехать до очень важной буддийской ступы. Не знаю, слышно меня вообще там? Есть или нет? Но ничего не надо. А, это полиция. Рикшу поймали, едем, к счастью, поперек движения. То есть в другую сторону. Вот в ту сторону мы бы не хотели ехать сейчас. А сюда почти без пробок, что называется. Едем в Сардат, где древняя буддийская ступа находится. Да, сидим серьезными лицами. Да не получается. Не получается серьезно? Надо серьезно идти. Ситуация очень серьезная. Куда-то в Варанаси доехать на такси, это, конечно, не всегда получается, потому что вот эти узкие улочки, здесь проедет только тук-тук, и то приходится вот так вот рубиться среди мотоциклов, других тук-туков, людей. Вот из Юнайм. Как тебя зовут? Вот из Юнайм. А он не знает английский просто. Я тоже, в принципе, не знаю, но он не знает. Зато он знает, куда ехать, мы смотрим по навигатору, он едет прямо куда надо. Комлес. Комлес? Комлес. Комлес. А, Комлес. Комлес. Жаркан. Жаркан. А, Рачи. А, Рачи. А. Ты за дорогой только смотри. Да. Жаркан, Рачи, Комлес. А, Комлес. Комлес. Конечно, интереснее ехать, когда смотришь вперед, все тебе видно, там сзади сидишь как какой-то пассажир, а тут как будто водитель. Ну, рулишь ты сам, конечно, рулит Комлес. Сарнат. Сарнат. Вот здесь, в одной из самых важных индийских буддийских ступ, вместе с Буддой, есть матрешки. Матрешки? Тут реально матрешки? Я не шутил. Ступу еще надо найти. Спросить-то так не у кого, указателей нет. Ну, на русском языке или на английском. А вот и ступа. Нашли. Вокруг ступы парк целый. Раскинут, разброшен. И мы подошли не с той стороны. Уперлись в колючую проволоку. Ступа вон. Надо пройти минут 17, чтобы до нее дойти. Хотя вроде бы она очень близко. Но не все так близко, как кажется в Индии. В Сарнатхе две буддийские ступы. Вот основание одной из них, которую построил Ашока. Мы пока не знаем, кто такой Ашока, потом, может быть, титром напишу. Ашока я построил в 249 году до нашей эры. Ну, а потом ее какой-то раджа в 1700 каком-то году взял и разрушил. Чтобы вот от этой ступы он взял строительные материалы и что-то по хозяйству полезное себе построил. А вот там построена в 6 веке нашей эры вторая ступа. Ступа Тхамек. Высотой 42 метра, построена в 6 веке нашей эры. Ее низ украшен каменной резьбой. Пока резьбу не вижу, сейчас подойдем, наверное, рассмотрим. Орнаменты вырезаны в камне у подножия ступы. И вот здесь молятся монахи буддийские.
какому-то очень золоченому камню. Орнаменты изображают растения. Ну, так написано, в общем, это видно тоже. Место, в которое мы приехали почти случайно, оказалось очень даже не случайным. Это ступа, одна из четырех самых важных святынь буддизма. Здесь, в 6 веке до нашей эры, Будда прочел первую свою проповедь. И приходили его послушать не только ученики, но и олени. Поэтому все, что где мы гуляем, называется Олений парк.
Вот у этой решетки мы стояли, не могли пройти. Потом все обошли с той стороны, если что, идите в ту сторону. И подошли к ступе. Тут же неподалеку есть большая статуя Будды. Не знаю, насколько в натуральную величину, но выглядит эффектно. Видно издалека, красивый парк. В принципе, в 15 минутах ходьбы еще одна ступа. Вот по таким вот местам. Но мы до нее сейчас дойдем. А что, с другой стороны, места хорошие. Вот, например, коровы пасутся. Еще мы дошли до той ступы. Она, конечно, наверное, интересная, но это еще 500 рупий за двоих заплатить. И мы не хотим, потому что мы ступами сегодня как-то уже наполнились. Едем обратно в Варанаси. Кстати, о поворотниках, как и в других городах Индии, никто не использует. Поворотники включать считается лишним. А вот гонки здесь настоящие на двух штуках, как в Индиане Джонс. Вот с этим грузовиком, например, мы подаем еще уже минут 10. Опять туда забогнал. Но ничего, мы его еще сделаем. Вот такая обстановочка у нас в Варанаси. Я когда и если буду монтировать этот ролик, обязательно титрами допишу недостающие факты. Все, что я говорю в кадре, не обязательно соответствует действительности. Потому что мы в этом городе первый раз и мало чего понимаем. Можем только предполагать. И вот видите, приходится орать даже, чтобы перекричать все это, что вокруг происходит. Мы, похоже, взяли лучшего водителя в Варанаси. Он везет нас такими тропами. Он съехал с главной дороги и вполне себе спокойно вместо вот этого месива движется по каким-то переулкам. На наш взгляд, по переулкам еще сложнее, но он как-то умудряется. Едет довольно быстро. Его вот это все не очень смущает. Для понимания, здесь мотоциклисты, велосипедисты. И был довольно грозный встречный тук-тук, который мы объехали. Молодец! Он очень вежливо относится, очень вежливо к луку относится, к красному, да? К луку он относится вежливо, обгонял без хамства. Это безумная компьютерная игра просто какая-то. Звездные войны 38. А не, мы везде проезжаем вообще, без всяких хлопот. Наш рикша точно заработал свои 400 рупий за эти 10 километров. Я бы дал премию, но они к премиям относятся вообще, как будто ты лоханулся. Если ты платишь ему больше, то он старается еще больше с тебя взять. Вот этому не радуется. Он просто думает, что ты идиот, и у тебя надо забрать все оставшиеся деньги. Ну серьезно, уже такой эпизод был сегодня, один или два раза. Обратите внимание, как расписаны искусно стены, какие прекрасные двери. Это везде здесь.
гулять по Варанаси, то все это можно увидеть, фотографировать. Мы прямо уже остановились фотографировать расписанные стены и красивые двери. Вот красивые двери. Вот красиво расписанные стены. Вот мужчины отдыхают. А вот какой-то большой автомобиль, который, видимо, ему придется пропустить. А вот с тук-туками вот так не церемонится. Здорово, парни! Даже удивительно, что вот нас кто-то умудряется обогнать. Я не верю, что есть тук-тукер лучше, чем наш. Но, видимо, есть. Варанаси большой город. В целом, мы почти приехали, куда заказывали. И в целом, мастерство вождения по Варанаси тук-тукера вы уже посмотрели. Супер Рикша довез нас до места, где моторикша уже не ездит. Здесь можно только вот велорикшу нанять. Это самая низшая, ну не то чтобы низшая каста, это люди, которые обеднели. Это самая низкооплачиваемая профессия велорикши. И как-то нам, да нам пешком удобнее просто. Мы идем уже в такой ресторан, где вчера поели, потому что найти ресторан — это большая удача. Ну идем вот как все. Для понимания, как тут прогулки происходят. Похоже, да. Вот ресторан, видишь, Арома, а наш следующий. Вот мы нашли уже знакомый ресторан, но даже второй раз его меню. Сложно. Без картинок очень сложно. Обстановка здесь вот такая. Вот такая аппетитная реклама еды, например. Это свадьба какой-то у вас. И, возможно, мы идем сейчас в свадебную церемонию. Мы любим быть и ходить по свадьбам. Это у нас уже третья свадьба в Индии. Первая, одна была где? В Джайпуре. Вторая по дороге из Джайпуре во Вриндаван. Вот теперь свадьбу в Варанаси посетили. Мельком, конечно, но все равно приятно. Важное шоу огненное. Мы вроде бы наняли лодочника за большие деньги, чтобы вдвоем поехать на лодке. Гуд-гуд. Сейчас попробуем поехать с пиратами, посмотреть это шоу с воды. Вот люди там сидят в зале, но говорят, что смотреть надо именно с воды. Вот наша лодка, вот наш спасательный жилет. Да. И плывем, в Ганг плывем. Плывем с пиратами по Гангу. Вот по этому прекрасному Гангу на закате. Мы, кажется, не все поняли. Сейчас пираты пересадят нас на весельную лодку с моторной. Не быстрая лодочка поначалу. Сторона пустая, она не благословенная, поэтому там ничего не построено, ничего не видно. Пустой песок. Мы тут, по-моему, вообще единственные, кто на велорикше передвигается.
Таганку. Все остальные вон чадят дизелями на моторочках. А вы за экологию? Вечерний Баранаси. Все на моторочках, а мы за экологию. Мы используем человеческий труд. И не рабский. Мы как следует заплатили за этот аттракцион. Вот на этой сцене через полчаса начнется Ганга-арти. Огненное шоу. Пуджа. И смотреть ее надо, говорят, со стороны Ганги, со стороны воды. Потому что все лица будут развернуты именно к Гангу. Поэтому мы и сели сейчас на лодку. И болтаемся на ней по Гангу. Ну, по сути, весь все равно из этого сделали туристический аттракцион. Вот это все туристы. Вот туристы плавают, смотрят на сожжение с воды. Это самое место, которое мы днем смотрели, где происходит сожжение. И вечером народу там гораздо больше. Ну и туристы с воды приезжают посмотреть. Вот, кстати, отсюда очень хорошо видно, как покосился вот этот шиваистский храм. Долго мы не будем смотреть на это с воды. Днем мы уже это все примерно рассмотрели. Река Ганг, короче, Баранаси. Это вообще не развод мостов в Петербурге. Вот мы купили такую штуку за 200 рублей. Очень дорого, конечно, но мы не стали спорить. И отправили ее по Гангу. На счастье. Странно все кончилось хорошо, путешествие на лодке, мы причалили когда надо, и часто все зашло. Все торопится, спешит, прямо напряжение чувствуется в моем голосе. Но что дошло, осталось пару минут. Мы успели, когда вот ребята сзади сказали Шива Ом, все нормально, говорят. Беспокойтесь, вы нас не беспокоитесь, что вы такие большие сели перед нами. Jump, 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 jump.
Полная луна сегодня. Пластика. Коровка жует мусор. Real India. Взяв шапочки, это что-то для нас новое. Интересно, что я сказал стену именно. Что это у вас тут, хочется спросить? Что-то вроде церетели. Личико маленькое такое. Одетое во что-то, видишь? Личико, а, человек? Да. Диалог? Yes? Не уверен, что меня зашили. Не, ну это вряд ли боги. Это, знаешь, такие женщины обнаженные. Очень странные. Очень странные. Очень странные. Может, какая-то городская скульптура? Очень странная городская скульптура. И вот эта паутина еще так. Ты посмотри, как она сидит. Она нанизана прямо на холм. Выглядит немножко чудовищно, да. Ну, в общем, тут многое так выглядит. Да, все, пойдем. Страшненько. Привет, ребята. Здравствуйте. Ой, сори. I'm sorry, да. Увлекся. Ну, все приветливые, со всеми можно договориться. Вот, наконец-то, я впервые в жизни вижу, как спят обезьянки. Свесив хвосты. Такой резкий спуск к Гангу. Очень ответственный. Лучше, конечно, держаться за перила здесь. Что я и буду делать. Мы были на большом хате, который слева от нас по берегу Ганга, а теперь дошли до хата, который справа от нас. Он не такой популярный. Здесь не так много костров, но они тоже горят. Похоже, что просто люди греются у костра, но если посмотреть, то вот там лежат вот эти торжественные одеяния для покойных. Здесь туристов нет почему-то. Видимо, не самое популярное место. Собаки, коровы, козы, они просто греются у костра. Потому что плюс 10 на улице, для Индии это холодно очень. Беременная козочка греется. Не знаю, насколько это символично. Скоро кто-то родится, а кого-то только что сожгли. Но здесь как-то все совсем по-простому. Не так, как на том главном хате. Ужасный на вид белого человека.
огненный ритуал Варанаси очень важен для индийцев. Это значит, что цикл перерождения останавливается. В их понятиях это очень хорошо. Вечерний Варанаси. Люди ищут тепла, как везде, как во всем мире. Здесь 5 людей. Вот эти еще не уснули, готовятся ко сну. Время 10:30 по местному. А это лестница к нам домой. Красивая, красно-белая. У нас большой пустой балкон с кондиционером, который не нужен, потому что плюс 10. И в общем он выключен. Но наш балкон зато с видом на Ганг. Туда входит, смотри, открыто. Да, поехали все. Дети играют в лапту. Все тщательно постирано в Ганге и сушится на солнце. Наконец-то солнце появилось в Варанаси. Мы не знаем, что это за таинственная лестница. Может быть, конечно, просто тупик. Скорее всего. И вообще, это может быть чей-то подъезд. Или чей-то дом. Ну да, да. Hello. Да, точнее, это подъезд. Дальше уже квартира, да, не пойдем. Ну да, там уже квартира. Мы глупые белые туристы, можем себе позволить походить по подъездам, пошариться. Ну, в принципе, так же человек делает, приехав в Петербург, он тоже шарится по парадкам, если двери открыты подъезда. Я давно хотел подстричься, вот увидел отличного мастера. К сожалению, я не очень говорю по-английски, то есть вообще не говорю. My English is not fluent. Так что делай, как тебе сердце твое велит. Взгляд у меня обреченный, Катя, да? Сегодня в Индии отмечают День Республики, я решил к празднику постричься, чтобы быть готовым к празднику, как-то нарядным, обновленным. Постригся в парикмахерской за 300 рупий. Осторожнее, они там наверху, отойди под крышу. И вообще осторожней. А вон они, вон, смотри, вон еще. Здорово! Как дела? Как дела? Разговаривай, отвечай, что ты слышишь. Так, все, пойдем, а то стащит телефон. Не, ну это... Да что, говори. Явно... А вон они, видишь, собрались уже. Явно как из мультика про маму. И... Слушай, из мультика, не из мультика, они собираются вокруг нас, пойдем. Значит, добром это не кончится. Обезьянок в Варанаси, в принципе, хватает. Сами индусы говорят, что Варанаси – это самый древний город на Земле. Ну, с поправкой, что где всегда жили люди. Ну, наверное, археологи могут поспорить, но мы не археологи, не знаем точно. Но народу здесь, правда, очень много. Come on.
служу Советскому Союзу, короче. Мы считаем, в Варанаси сбываются мечты. Правда, вот я тут подумал, что все, кто нас куда-то зазывал, ни разу нас не привел к тому, что нам нужно. Зато то, что нам нужно, находится как-то само. А Катя заметила, что да, это же наши мечты сбываются, а не их. В Варанаси у каждого своя парикмахерская. Этот берег, где сжигают мертвых, где раскинулся Варанаси, это благословенное место, благословенный берег, тут все и живут. А вот там, за моей спиной, туда улетают души мертвых. Это берег мертвых, там живут только садху, отшельники. Жить там нельзя. Видите, все пусто. Сегодня мы поехали на берег мертвых. Ну, просто не то чтобы отметиться, но просто там песок, красиво. Подплываем к берегу мертвых. Прекрасная панорама Варанаси. Благословенного берега. Говорят, ботинки надо снимать. Вот люди купаются в Ганге, а мы в Ганге промочим ноги. Потому что иначе мы из этой лодки не выйдем. Но это, кстати, нормально в священной реке Ганг промочить ноги. Так и надо. Люди вот специально сюда купаться приезжают. Ну как, не купаться, а омываться. Раз уж мы сюда приехали, мы решили пойти в пустыню. На лошадке не поедем, пойдем пешком. Верблюдов здесь много в наличии. Можно кататься на них, на лошадях. Но мы любим гулять. Как будто ты находишься в какой-то пустыне. А это всего лишь тот берег Ганга, берег мертвых. Наверное, же интересно, сколько мы заплатили за лодку, например, за эту весельную, на тот берег, на берег мертвых, на этот берег, либо сейчас. Сколько то стоит, сколько это, а тут точного ответа нет. Сколько договоришься? Может, мы много платим, может, мало. Мы пытаемся торговаться, но что-то особо у нас не получается. Но есть другая какая-то еще история, что, например, что-то надо нам важное для нас купить. И я помню, что есть какие-то небольшие деньги вот в определенном кармане. Я туда залажу рукой, и там ровно та сумма, которая мне нужна. Вот серьезно. То есть у меня одни деньги лежат большие в таком, в кармане, который глубоко, а другие, которые такие расходные, они вот прям в боковом кармане куртки. И только мне что-то понадобилось на что-то важное, но не очень дорогое. Я лезу в боковой карман, и там ровно та сумма, которая мне нужна. 400 рупий, 1500 рупий. Там 200 рупий, вот. Там всегда находятся эти деньги. Причем, что интересно, сегодня эти деньги нашлись, когда их там в принципе должно было быть. То есть я помню, что у меня пустые карманы и мелких денег нет. Но я лезу туда и нахожу там вот ту самую мелочь, которая мне нужна в этот момент. Песок не горячий, потому что на улице сейчас где-то, ну, плюс 15 на улице. В Индии, в Варанаси. Сегодня, кстати, Индия празднует День Республики, День освобождения от английских колонизаторов. Очень большой и очень великий праздник для страны. Мы полностью поддерживаем. Мы сегодня обязательно поучаствуем, когда вернемся с берега мертвых. Ноги в Ганге мы помочили. Это правильно. А нам уже машет лодочник, наш весельный лодочник, что надо плыть обратно. Вот впереди идет наш маленький лодочник. Ведет нас к лодке. Он каждый день мочит свои ноги в священном Ганге. Покидаем берег мертвых, где плещутся в Ганге индийские туристы. В священной реке Ганг. Хорошо так плыть по Гангу и кормить чаечек.
усталая подлодка из глубины идет домой. Мы собирались отпраздновать день Республики Индии в Тривандруме, но боги места распорядились по-другому, наши самолеты отменялись 2 дня, и поэтому День Индийской Республики мы отмечаем в Варанаси. День Индийской Республики – это день освобождения Индии от колонизаторов, от английских и португальских. Это очень важный праздник для всех индийцев. Ну, как он проходит в Варанаси, мы не знаем. Можем только предполагать. Но, по сути, вот у нас День Республики происходит прямо сейчас. Алло, Яков Топ? Ты тут Туп, да. Привет. Ой, блин. Все рикши думают, что нам нужна рикша. Но это не так. День республики на набережной люди начинают отмечать. А мы хотим прорваться через отмечающих, посидеть в ресторане. Но насколько нам это удастся, колокола бьют в храме. Не очень тебя понимаю. Не будешь. Not English. From Moldova. Молдова, да. Not understand. Sorry. Очень просто, оказывается, отделаться от бродячего монаха. Надо сказать, что вы из Молдовы. Потому что он этого языка не знает, молдавского. А это Ганга. Далеко долго течет река Ганга. Нашли себе кафе на вечер. День республики проходит в Варанаси как-то без нас. Очень многолюдно, и лучше провести, наверное, последний вечер в Варанаси. Вот здесь, на Ганге. Прямо стоим на крутой лестнице, если посмотреть. А, не знаю, как показать. И там за мной Ганг. Варанаси прекрасен, нам очень понравился. Если вам скажут, что очень грязно, нет, не очень грязно. В Джайпуре гораздо грязнее. Ну, то, что тут здесь сжигают трупы, ну, у них такие обычаи. И не то, чтобы мы приехали посмотреть именно на сжигание трупов, но как не посмотреть на обычные страны, куда ты приехал. Ганг широкий, прекрасный. Кстати, Волга может быть и шире, но Ганг нам очень свои лучшие стороны тоже сегодня показал. Это Масалати знаменитый. В отзывах написано, что кафе Сол лучшее кафе в Варанаси. Ну, думаю, что просто человек попал куда-то, поел, подумал, что это уже лучшее кафе. Вообще можно поспорить с лучшего кафе. А можно не спорить. Можно смотреть на Ганг и ужинать. Вы разулись, чтобы пойти в этот храм? Красиво. Торжественно. Никого нет. Собственно, мы тут одни гуляем. Конечно, мы не знаем, что это такое, но потом узнаем, погуглим. Или в Яндексе посмотрим, как положено россиянину.
Ну или в комментариях, может, кто-то напишет, что это такое. Ну, с Ганеши, да, понятно, что это Ганеша. И здесь Ганеша. И здесь прямо написано Ганеша. Здесь есть Бог Шива. Шива, да. Кама Копискури, Дурга. Я не чей, Сри Янтр Меру Питхам. Сри Чакрам. Бэк Сайд Мадхава. Да, пойдем посмотрим. Я Лорд Сан Сурья. Кам. Конечно, мы идем. Лорд Сан Сурья Нараяна. Что бы это ни было, да? Лер Сайд Навагра. Целый пантеон в одном храме. Яр Навакграха. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. А. Sunday, Monday, а, Tuesday, Яр Friday, by side me Wednesday, Thursday, Saturday. Ага. Яр не Nine Grah. What is your name? My name is Sachin Mishra. Как? Sachin Mishra. Sachin Mishra. Яр Ганга Деви. This is Shivasan. Sivasan, Kartikeya. Shiva. Sivasan. 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 Here Siva sleeping. Your name? My name? Alex. Надо идти за ним, он что-то тебе хочет. Here lamp permit. Lighting. Мы не понимаем, don't understand. Goddess, eh? Ganesha. No video. А, не писать, хорошо. Здесь в республике закрыты алкогольные магазины, которых и так не так много в этом городе. В общем, все гуляют, ну как это, на расшибатели говорят, на сухую. Но полиция, тем не менее, бдит. Народные гуляния в день республики продолжаются. Все мирно, безалкогольно. Гашиш, который предлагают постоянно на пристани, мы не покупаем. Мальчик, отстань. И ты отстань. Very good to pull video, ma'am. Ну, это не слышно. Где на республике? Так вон, смотри, черт настоящий стоит. Откуда-то доносится музыка очень красивая. Отель на берегу Ганга был нашим домом трое суток. И вот мы думали, зачем решетки? А теперь мне понятно, зачем решетки. Местные так не особо обезьян любят. Да, это местные кошки, но кошки такие, как бы, не самые приятные. Не погладишь. We'll be right back.